приветствуем. Муки нужно немножко добавить, побольше. Да не знаю, мне кажется, нормально. Давай еще чуть-чуть. Ну, давай чуть-чуть. Если вы проповедуете традиционный буддизм, можете перемешивать по часовой стрелке. Если вы последователи... Хватит, давай. Религии Бон, древней тибетской, то против часовой тогда. Вот так вот можно мешать. Поэтому смотрите, если вы и туда, и сюда, можете во все стороны. Если вы творческая личность, можете вот так вот крест нахрен. Да, вот так, восьмерка. В общем, тут вариантов философии много открывается. Замешиваем. Напомню, что мы готовим, ну, как бы... Что получится. Оладьи, да, должны. Дармидон тут улыбается, радуется, что все получается. У меня, по крайней мере. Ну, здесь, да, на самом деле, конечно же, это очень простой рецепт. И вот буквально оладьи за 5 минут, я думаю, что у нас получится. Надеюсь, да. Я, честно говоря, готовлю первый раз оладьи. То есть другое много что умею делать, а вот с оладьями как-то не сталкивался. Ну, мы проверим сейчас, насколько можно быстро научиться этому блюду. Так, ну что, я не знаю, мне кажется, нормально. Нормально, думаешь? Я думаю, да. Так, ну давай. Так. Давай попробовать. Готово? Да, все готово, да. Маслица? Ты готовишь? Масло ну, нужно? Как, давайте, давай. Давайте, да, наливайте, не знаю. По моим разумениям, на сковородку надо налить масло всегда, если только это не... Определенная сковорода. Ну да, или там нано какая-то сковорода, либо нано-блюдо, которое не требует. Ой, Саш, походу мы перегрели сковородку. Да? Нормально. Говорят, стейки вообще можно без масла делать. О, Саша, скорей. Так, так. Масло, когда горит, не очень аромат приятен. А чем? Да давай, вот ладно, поварешкой давай. Вот это вот. Вот это, да, мне кажется. Давай скорей. Поехали. То есть сейчас шипеть все будет. Какие оладьи будем? Мелкие или большие? Да хоть какие-нибудь давай уже. Так. У нас будет... Ты что-то большой как-то. Нормальный, куда... Все, все, ну подожди, не надо, они сейчас все соединятся, и будет большой блин. Все нормально будет. Я же готовлю оладьи. Ну ладно. Большие. Ну да, они совсем не соединятся, конечно. Так. Нет, нет, нет. Что ж ты делаешь? Специально. Этой штукой? Да, 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 вот этой. Так, и что, по идее, нужно переворачивать уже? Они же пригорячат быстро на таком огне. Давай. Или еще не надо? Это, знаете, мне кажется, не переворачивай, давай это выбросим все просто. Горит сильно, потому первый что... Первый блин комом, давай поменьше сделаем давай. Огонь. Сейчас мы так-то, конечно, на четверочку поставим. Давай, давай. Это, я знаю для чего, у нас сковорода новая, мы ее обновили сейчас, она должна обгореть. Вот придумали, так. Придумали оправдание. Давайте мы продолжим после рекламы. Вот это сейчас мы утилизируем и будем уже дальше делать нормальные оладьи. Реклама прямо сейчас.